Приветствуем вас на тренинге беременных. Я Ирина Форме, а это моя модель Евгения. И сегодня мы покажем для вас тренировку, которая подойдет абсолютно для каждой женщины, которая находится в положении. И, соответственно, эта тренировка поможет вам чувствовать себя более здоровой и более энергичной. Первое упражнение, с которого мы начинаем, это отжимание от опоры. Подходим к любой столешнице, либо к столу и начинаем отжиматься. Ладони ставим шире ширины плеч. Живот чуть-чуть подтягиваем. И на вдохе опускаемся вниз, сгибаем руки в локтевом суставе. На выдохе выжимаем себя наверх. Снова на вдохе вниз, выдох наверх. Старайтесь следить за поясницей. Поясница без провалов, без прогибов. И туловище напоминает одну ровную прямую. Если вам тяжело с прямых ног, вы подходите, например, к дивану. И можете выполнять данное упражнение уже с опорой на колени, также отжимаясь от дивана. Выполняйте 3 подхода по 10 повторений. Второе упражнение – это кошка. Исходная позиция – стол, ладони под плечами, колени под тазобедренными суставами. Туловище занимает нейтральное положение, то есть спина ровная, без прогибов. На выдохе начинаем максимально вытягивать круглую спину наверх, опуская голову вниз. Задача прям максимально округлить спину. А на вдохе начинаем менять положение. Взгляд переводим в потолок и выполняем прогиб в поясничном отделе. Снова выдох наверх, круглая спина, шея расслаблена. На вдохе взгляд переводим в потолок и выполняем прогиб в поясничном и грудном отделе. Данное упражнение выполняйте также по 10 повторений и 3 подхода. Третье упражнение – это пилатесное плавание. Спина занимает нейтральное положение. Снова контролируем поясницу. Поясница без прогибов. Шея продолжение позвоночника. Ладони находятся под плечами. Колени под тазобедренными суставами. Выпрямляем правую руку, левую ногу. Противоположной конечности правая рука, левая нога. На выдохе. На вдохе возвращаем в исходную позицию. Снова выдох. Удлинились, вытянулись. Вдох, вернулись в исходную позицию. В исходной позиции старайтесь не ставить полностью колено и ладонь на пол. Контролируйте постоянно работу мышцами кора. Также на плече опорной руки старайтесь не провисать. Выталкивайтесь ладонью постоянно вверх в потолок. Данное упражнение мы с вами выполняем по 10 повторений и по 3 подхода. Соответственно, в сумме у вас будет 6 подходов, так как 2 рабочие стороны. И заключительное упражнение – это плечевой мост. Занимаем исходную позицию лежа на коврике. Колени находятся над пятками. Можно поставить чуть дальше, если будете чувствовать напряжение в поясничном отделе. На выдохе выталкиваем таз наверх. На вдохе опускаем вниз, но не кладем ягодицы на коврик. Снова выдох наверх, вдох, опускаемся вниз. Старайтесь почувствовать мышцы задней поверхности бедра, а также здесь прекрасно прорабатывается поперечная мышца живота, которая находится у нас внутри, да, и которую мы здесь не чувствуем, но она прекрасно нам будет помогать защищать поясницу уже на крайних сроках беременности. Данное упражнение выполняйте по 15 повторений, 3 подхода. Ну что, я желаю вам прекрасной тренировки, будьте здоровы, пока-пока!